Следом на сцену выйдет девушка, которая открыла нам народное азербайджанское творчество в новом прочтении. Рёя Дадашева умеет очаровывать публику. Мне нельзя смотреть. Мне уже надо. Рёя Дадашева. Очень тонкая душа. Очень глубокая погруженность в материал. Она при этом, с одной стороны, скромна, с другой стороны, мы понимаем, что артисту нужно, да, как бы работать с подачей, и она умеет это делать. Эта девочка, когда вышла, я думала, ну, сейчас будет что-то в стиле хип-хопа, молодежная какая-то будет песня, танцевальная, но такая «а-а-а». А тут она спела «Саре Гели», это народная песня Азербайджана. После первого моего выступления я более интенсивно начала работать над своим голосом. То есть если раньше это было как-то более такое любительское, то сейчас я иду к профессиональной части. Я поняла, что это я могу. И поэтому на данный момент я уже занимаюсь очень интенсивно со своей вокалисткой. Я полностью свое время уделяю вокалу, постоянно работаю над своим голосом. Это меня очень сильно зажигает. Я понимаю, что я по природе, во мне это есть, вот этот артистизм во мне есть. И нужна была сцена, чтобы проявить этот артистизм, где я смогу вот это, как бы, все эти роли показать. И это огромная для меня возможность. Я буквально счастлива, что я смогу и станцевать, и спеть, и проявить свой артистизм. Я сама долго шла к этому, чисто психологически, чтобы мне выпала бы такая возможность участвовать в таком проекте и выявить себя, раскрыть свой потенциал. И это действительно огромная для меня возможность. Я не люблю, когда все обычно, все стандартно, как есть, чтобы вот песня она такая, и чтобы она вот должна быть спета вот именно таким образом. Я люблю что-нибудь добавлять свое. И вот я стараюсь вот это что-то делать максимум. Привет из солнечного Баку. Я знаю, что пение являлось всегда твоей мечтой, и я очень надеюсь, что ты ее реализуешь и достигнешь своей долгожданной цели. Знаешь, что несмотря ни на что, я всегда тобой горжусь и верю в то, что ты победишь. Это моя близкая подруга. Мы дружим с детства, и это потрясающе, что человек с детства идет со мной, держа мою руку. И то, что она меня сейчас здесь поддерживает, будучи на расстоянии, это потрясающе. Спасибо ей огромное. Я не ожидала. Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и монетизируй творчество. iTube. Все свои. Смотри и снимай. А наш проект продолжает открывать новых звезд. Никто раньше и не представлял, как ярко заблестит звезда Рёи Дадашевой. Thank you.
Nobody else knows. I wanna be left, baby. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be left by you in love. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-doo-be-dum. I wanna be like you, just you, nobody else but you. I wanna be left by you in love. Nobody else but you. I wanna be left by you. Очень яркое выступление. Огромное спасибо. Я хочу, чтобы она еще раз пела. Я хотела так сказать. А можно сказать, ты уже звезда. Да. Ты не боишься случайно звездной болезни? Ну, я думаю, что если я не боюсь звезд на небе, то почему люди должны бояться звезды, как я, на земле? Сказала Рея. Как проходила подготовка к полуфиналу? Интенсивно, мы очень усердно работали над этим. Я думаю, что получилось, но ура! Сейчас мы это узнаем. Рея бесподобная. Вы, во-первых, смогли показать нереально красивое шоу. Во-вторых, показать свои вокальные данные, свои хореографические данные. Но плюс еще и заставить нас вернуться в некое прекрасное прошлое. Я немножко предвосхищал, что ты вот этой своей блесткости, да, яркости дашь выход, но я не ожидал, что так. Отличная идея смены ролей, очень крутая фишка с переодеванием. Рюя, очень-очень хорошо, что ты послушала свое сердце и пошла по пути вот этого лоска, да, такого, и у тебя удалось это на 100%. Спасибо тебе большое. Великолепно, спасибо вам огромное. Номер получился, и, может быть, там родители или ваш любимый парень. Может быть, они там где-то, когда вы уезжали, сказали, ты, пожалуйста, там слишком не кокетничай, там 5-10, да? Я молчу. Да-да. А тут же Мерлин, она же такая... Вот это вот немножко вот вишенки чуть-чуть не хватило, но... Но это нисколько не портило вас. Я очень рада, что смогла передать атмосферу именно вот того времени. Шикарное исполнение, подача, все. Получился прям целый спектакль. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Рюя. Удачи. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе.